У вас такие красивые мужские сильные руки. А вы можете ими починить меня? Меня труба там прорвала, вот починить ее можете? У меня так зачесалось, где-то зачесалось, я говорю, инструментина для того, чтобы трубу вот эту вот починить. Починим, пойдем ко мне в кровать. Ой, прорвала труба у нее, что, аппендицит, что ли, прорвала? Или что? Ну, чисто мои медицинские термины, ребята, не обращайте внимания. Всем здорово, Саныч на связи. Я знаю, что это чай, ну, чайчка, это вообще она, ну, типа якобы троллинг такой у себя на канале делает там, да, я периодически вот эти вот сценки вам выкладываю, да. В чем прикол, ребята? Вот кажется, что она вот, ну вот, вот такие вот театральные разыгрывает сцены, да, с целью там посмеяться, собрать женскую аудиторию, все это обсудить там весело, да, ребята. А ведь это, по сути дела, правда, но вот так вот они извиваются не подо всеми, нехорошо сказал сейчас, да, как бы не перед всеми вот так вот, да, а точнее, ну, перед теми, от кого не текут, ребята. Вот это вот существо, вот это ветвистое, как бы, да, оно будет слышать следующее, типа, ты говно, короче, ты обязан, ты настоящий мужчина, ты обязан мне давать бабки, да, а мужчина, ну, так называемый в простонародье альфанч, да, от которого она просто вот так вот, да, вот это вот она будет прямо извиваться перед ним, бедолашечка такая, да, чтобы заслужить его посох любви, так скажем, вот.